Привет всем, кто снова на футболе. Мы рады вам. Работа для вас сегодня будет, как вы могли догадаться, неизменный комментаторский состав. Георгий Черданцев, Константин. Хозяева поля сегодня в следующем составе. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. И вашему вниманию стартовый состав Айнтрахта. Довольно рискованное построение выбрала команда на игру. Главное не дать противнику убежать в контратаку. Команды начинают эту игру. Поехали! Хорошо в отборе сыграно, будет аут. Мяч у соперника. Привет всем, кто снова на футболе. Мы рады вам. Работа для вас сегодня будет, как вы могли догадаться, неизменный комментаторский состав. Георгий Черданцев, Константин. Хозяева поля сегодня в следующем составе. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. И вашему вниманию стартовый состав Айнтрахта. Довольно рискованное построение выбрала команда на игру. Главное не дать противнику убежать в контратаку. Привет всем, кто снова на футболе. Мы рады вам. Работа для вас сегодня будет, как вы могли догадаться, неизменный комментаторский состав. Георгий Черданцев, Константин. Хозяева поля сегодня в следующем составе. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. И вашему вниманию стартовый состав Айнтрахта. Довольно рискованное построение выбрала команда на игру. Главное не дать противнику убежать в контратаку.